Привет, дорогие мои друзья! С вами Воблер и добро пожаловать на канал! Это у нас Android-игра Warrobots! И я сегодня расскажу, что же я успел добиться здесь, в этой игре. Поделюсь своими планами в этой игре. Мы сейчас сыграем один разогревочный бой, потом вернемся, немножко подискутируем в ангаре. Расскажу, какие роботы у меня на подходе, какие пушки я буду ставить. Вы же можете в комментариях написать, играете ли вы в игру Warrobots. Если играете, то на каких роботах. А потом мы сделаем еще второй бой, на котором мы и постараемся тоже поиграть. Вы посмотрите, сколько там выпало только что. А, это... Подожди, это у нас. Это у нас так много роботов получилось, да? Кумихо, видите, три штуки. И у меня еще четвертый. Хотел я его четвертого взять. Но я думал, что вдруг мы будем во вражеской команде. Поэтому я взял Ланселота, чтобы наказать этих кумихо. Я уже, ребята, нахожусь на бриллиантовой лиге номер один. Еще чуть-чуть я перейду в эксперт-лигу. И я вам скажу, ну, здесь встречаются такие ребята уже довольно прокачанные. И здесь приходится не совсем... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты посмотри, уже Хаети что-то там мне набрасывает. Уже снес так нехило здоровье. Ты посмотри, они, наверное, в команде. Они прям стали толпой, как-то что-то дамажат там. Прям сносят все. Даже нас чувачок взял и убежал в Булгасари. Посмотри, я даже не могу никак выйти. Надо немножко мне подзарядиться, а то уж хаечи меня... Они мне щит просто снимают, видите? То есть я ничего не могу. Либо я выйду и сольюсь сразу. Давай. Ой-ой-ой, прокачанные. Реально, там, наверное, 12 уровень пушек у него. Хорошо, что мы сделаем? Будем мстить хаечкам? Ну, хаечек у нас, блин... Не сильно-то и прокачанный. По-моему, арканы 10 уровня. А вортекс то ли 9. У меня там денег никак не хватает, чтобы нормально все прокачать. Но у них Джон... А, нож. Надо вот этого, блин, хаечка вырубить. Он реально крутой и прокачанный, смотри. Надо наказать его. В спину. Куда? Куда он переместился? Подожди, что-то чик какой-то. Надо его наказать. У него просто очень крутые пушки. Давай, дамажим, дамажим его, давай, давай. Нет, не смогли забрать, к сожалению. Что это за бой, одни хаечки? Ой, дружище, иди ко мне, помоги мне, помоги. Идет, идет вот, агрессор какой-то. Давай, а он не на меня смотрит. Ох, да. Если честно, тут не такие уже и жесткие роботы, но почему-то сейчас попалась команда вражеская очень сильная. Давайте мы отсюда убежим. Потому что меня уже тут дамажат жестко причем. Ну, сдох мой хаечек. Я в шоке. Все мои роботы погибли. Так, что у нас есть? Что у нас тут есть? Вот, я вижу. Давай, 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 давай. Полетел вортекс не совсем прокачанный. Бьем, бьем. Куда он? А вот еще какой-то. Отпрыгиваем. Ты посмотри. Тут уже у людей прокачаны жестко роботы. Тут уже... По-любому у каждого чувака есть оружие 10 уровня. 12, конечно, не всегда, но вот 10 присутствует. Так, ну что у нас? У нас кумиху остался. Вот это разогревочный бой. Так мы уже тут отыгрались, слушайте, оказывается. Ничего себе. Хотелось бы, конечно, посмотреть результат нашей команды. Наверное, я поставлю на паузу. Мы посмотрим, что там за результат. Да, потом уже вернемся и надамажим чуть-чуть. Начнем играть дальше, да? Ух. Но там у них недобитки. Достан. Мы этого Достана не достали. Достан, блин. Какой-то такой царский у него. Царский ник Достан. Как будто в каких-то фильмах, мультиках там. Принц Достан. Подожди. Это... Ой-ой-ой-ой-ой, куда я вылез? Угу, как он по мне дал так жестко? А, там вортекс или что это? С чего это он так дамажит? Подожди. Там все наши сдохли, вы посмотрите. Короче, почему-то команда противников очень уж сильная. Я не знаю, с чем это связано, но они очень крутые. А, там хаечек, он просто выстрелил и все накрылось. Ладно, давайте я подожду уже окончания боя, посмотрим, что было у нас за команда, что у них. Но у них очень прокачанный робот. Если честно, я еще не встречал таких мощных на этой, на этом уровне, да? Ну что же, ребята, бой закончился. Понятно, что было поражение. Сейчас мы посмотрим, кто против нас здесь противостоял. Но я думаю, что здесь были педобиры. Кто не в курсе, кто такие педобиры? Но это ребята те, которые не хотят воевать на своем уровне, а возвращаются
вниз, да, на супер прокачанных роботах, дабы нагибать слабых и неокрепших, непрокачанных игроков. Видите, то есть я со всеми роботами реально слился очень быстро. Вот чувак задамажил, смотрите, 11, да, и 1 200 000 сделал. Это стопудово пидобир. Смотрите, какой, давайте посмотрим профиль. Что у него есть? Ну, понятно, что у него есть. У него есть 10 уровни, видите, спектр, хаечи 12, все 12. Здесь хаечи 12, тем более арканы МК. То есть, я не знаю, он жесткий, он реально жесткий. Дело в том, что это даже, мне кажется, должна быть самая топовая здесь лига. Какая есть, по-моему, легендарная. Он, чувак, еще и два ангара у него. Он спустился сюда, дабы подамажить пидобир. И таким образом он зарабатывает, как бы, здесь золото в игре, то есть пидобири, да, он возвращается, он берет специально, сливает статистику, возвращается на низ и дамажит всех подряд. Но если честно, ну не знаю, стоит ли это или такого. Ну, наверное, он на своем уровне ни хрена сделать не может, потому он чисто вниз спустился, дабы хоть где-то показать преимущество. И профиль, давайте глянем, что у него профиль по процент побед 66, видите? Ну не знаю, я просто не представляю, как же он так низко вниз спускается. И дамажит, потому что реально, он не может быть на бриллиантовой лиге 1. Он должен быть где-то на Лига Чемпионов. Там именно с такими пушками играет. На легендарных обычно ребята такие вот слабенькие. Я ж тут каждый день сбиваю практически X и знаю, о чем говорю. Ну да ладно, сейчас мы пойдем в бой, еще поиграем. Что касается роботов. Давайте, кстати, откроем, по-моему, есть сундучки. Есть сундучки, сейчас откроем. Сколько у нас тут? Чуть-чуть не хватает. Даже можно 2 штучки открыть. А третий может быть после боя. Я, ребята, собираю детали сейчас на Булгасаре, потому что, в принципе, выпадают интересные акции. Да ну что ты мне фигню даешь? Зачем этот шторм бесполезный? Давай еще раз откроем. Лучше бы, я не знаю, лучше бы деньги дала, чем шторм. Хотя, если продать эти детали, ну, мне кажется, то на то и выйдет здесь в игре. Ну давай. Вортекс дай, нормально. Че ты мне... О, сотню, давай еще раз крутанем. Называется крутить ради того, чтобы крутить, да, то есть такое черти что, когда ты берешь 100 ключей и тебе выпадает снова 100 ключей. Вопрос, зачем тогда крутил? Чтобы время в игре потянуть, наверное. Ну давай, что такое, давай детали хаечи лучше. Ладно, есть, вот что у меня за детали, смотрите, дорогие друзья. Как я и говорил, тут будет у меня Хаечи стоять, тут будет стоять Булгасари вместо Гриффина, и вместо Кумихо будет стоять Спектр, но это не скоро. Вот эти роботы, конечно же, остаются, то есть Ланселот мой фаворит, я думаю, что сейчас буду его прокачивать до конца. Что касается деталей, так вот какие они у меня есть. Я же уже выкатал, смотрите, закупился, да, 2 пушками, Вортекс, одна здесь пушка, по-моему... 9 уровня, никак не докачаю, да, до 10. Так, да, до 10 не докачаем. Но я думаю, что все впереди, потому что, ну, блин, как-то 9 лямов. Жестко, мне тяжело насобирать, потому что я играю и без према, да, и вообще назвать словами, как я здесь играю, это, ну, вообще недопустимо. Так, захожу раз в день пару боев катану, чтобы сбить. Скажем, задание на золото. Гриффина вообще нет смысла прокачивать. То есть на него стоит Вортекс. Я его в будущем поставлю на какой-то топовый робот. Эти пушки тоже. То есть нет смысла вливать деньги. Что касается этого Ланселота. Да, тут хотелось бы и этот прокачать. Ансель, да, тут кастрюлю. Ну, тоже требуются такие вливания жесткие. Очень жесткие. Вот, вот что мы имеем по деталям. Смотрите, дорогие друзья. По деталям Булгасари на подходе, сейчас я на него буду сосредотачиваться, потому что реально есть какие-то акции, где-то что-то хочется ухватить, и хаечи детали дешевые, ну какой смысл мне качать хаечи, за 4 месяца ждать хаечи, если вот чуть-чуть поднапрячься и уже получить Булгасари, а потом буду чисто детали спектр брать, чтобы были роботы, а потом уже займусь здесь и пушками, вот видите какие акции, типа берешь что-то, берешь. Вот, берешь за 800, скажем, это из белой валюты, которая вырабатывается здесь же в игре. Берешь за 800, 100 деталей хаечи. Но это редко такое бывает, это реально супер акция. И стоило бы взять, но не хочу хаечи. Здесь вот, возможно, я с этого спектра начну, либо буду ждать до Булгасари.
Короче, ребята, идем в бой. Первый бой получился вообще не какашечный, то есть просто полный отстой. Ну, очень сильно команда попалась. Спидобир зашел. Тут он просто все решил, он всех уничтожил. Первый Ланселот, он просто слился на изи. Даже не успел показать, на что он и способен. Там щит сразу снимали. И вышел он. Ага, тут он никаких захвата точек никакого нету. Тут чисто будем играть на дамаг. Так, с какой стороны появился? Подожди. Чуть-чуть, подожди. Не могу понять, с какой я стороны вообще стал. Ага, где-то здесь. Ну да ладно, можно в принципе где-то вниз залететь. Можно вверх. А, у них чувак уже сливается. Ого! Кто это дал мне залп? Вы посмотрите. Только что покоцал. Я не могу понять, как он смог покоцать нашего Ланселота, если у него стоит физический щит, который отбивает электрические разряды разные. Ну, что-то такое в бок, наверное, в пушку как-то дал залп. Так кто это меня жарит? Вы что? Мы чуть-чуть вперед подойдем. А, у них все, у них чувак сливается, то есть видите. Вот и Пидобир, это реально Пидобир зашел, сейчас сливает стату, чтобы типа потом зарабатывать золото. Я вообще не знаю, какой смысл, если ты хорошо играешь, ты и так нормально золото берешь. То есть, черт его знает, зачем они это делают, я не понимаю. Типа думаю, что если будут крутые роботы, они потом эту уже статистику набьют, или я не понимаю, в чем прикол. Оно и так золото нормально фармится, если вы хорошо играете в игру. Постоянно, каждый день. То, блин, тут золото-то капает. Дай бог. А то ты тратишь время там полчаса, чтобы слить. Потом снова тратишь время, чтобы набить это золото. Короче, это круговорот, да? Давай. Берем. Да, ага. Что ты там дамажишь? Давай мы сюда спрячемся. Чтобы по мне не бил. Ого. А чем он таким жестким рубит? Чувак, ты вообще жесткий, ты посмотри, на. Давай, бьем. Все, команду приговорили. Ого, снова? Таланселот идет на меня? Такой парень, он дамажит. Надо убежать, но я уже, походу, поиграл. Давай, чуть-чуть. Бежим, мне бы перезарядиться, да? Так откуда по мне стрелять, не могу понять. Это он так бьет? Да, все, у меня шишечка осталась. Надо менять робота. Сменить робота. Давайте мы отсюда возьмем Хаечи. Сейчас сбоку забежим, подтвердить. Какой смысл тут ждать? Надо дамажить, а то и так бой будет за нами. Само собой. Такой, первый бой Пидобир, тут, короче, все сдаются. На самом деле, здесь играешь, а таких достойных боев очень мало. То есть хочется, чтобы и бой был хороший. Так, давай, бьем. Подпер робота, к сожалению. Извини, дружище. Не хотел, но получилось. Подходим. Так, Гитлер. Вот и не Гитлер. Завали, это у нас Гитлер, чувак, был? Ага, давай мы тебе. Давай бьем. Вортекс. А он просто вышел, видели? Он не захотел даже до конца воевать. Давай. Надо чуть зарядиться. А, вот, паучара лезет с дробовиками. Ничего себе. Он, если станет выпустить щит, у него еще там урон будет повышенный. По чуть-чуть дамажим, по чуть-чуть, видите? Сейчас мой вортекс зарядится, полетит на него. На, получай. Правда, даже неощутимо, что там что-то полетело. Смотрите, вся команда по нему бьет. Да, паучок. Да. Плохо, что не Гриффин. Сейчас бы Гриффин прыгнул, бы выпустил залп. Так, а ну двигайтесь, мелочь пузатая. Че ты... Ладно. Ого, смотри, щит как не снимает. Давай мы так выскочим. Дадим зал. Ого. Все раю робота, все раю хаечика. А он откуда взялся? Подожди. Как он тут появился? Он через верх выпал? Он сверху свалился? Не, щит, конечно. Надо уходить. Надо отсюда уходить, потому что щит сняли. А он сзади кто-то заходит. Ну давай. Сейчас мы его пометим. Огонь. Все, чуть-чуть дал залп ему. Давай мы вот так вот и дадим залп. Давай, добить его. Блин, он щит свой юзнул. Там вообще чуть-чуть осталось. Все, сожрали чувака. Захрумали. А они сзади заходят, вы поняли? Хитрожопая. Ну сейчас я щит электрический свой заряжу.
энергощит. На хайвикинг 3 семерки. Да. Не хватает фантазии, так только хватило на слово викинг, а потом 3 семерки. То есть человек очень сильно хотел быть викингом, а потом понял, что этот ник занят и думает, блин. Блин, блинский думает. Хочу быть викингом, потом начал семерку водить. И, наверное, семерка была занята. Он думает, ну ладно, буду 3 семерки, типа круто, поняли? Ой. Так, кто это такой идет? Энергетический? А не знаю, интересно, Вортекс пролетит туда? Не, не пролетит. Там тишина, тут тишина. Я боюсь, что я сейчас выйду. Там, наверное, жук. Там жучара, потому что у него был энергощит, а когда он передвигается, этот щит как бы не работает. Смотри. Точно, жучара лезет. Ну, я дал чуть-чуть залп ему, видели? Чуть-чуть дал. Ха, получил. Все. Да, все, жука больше нет. Ну, у них команда молодцы, хочу сказать. Хоть, скажем, не сдаются. То есть, если бы чувак их там не подвел, может, даже у них что-то бы и получилось. Просто он сразу вышел, 5 роботов своих всрал. Сразу 5. Давай, давай, ты думаешь, я тебе тоже щит могу же повредить, чувак. Буду тебе щит повреждать, смотри. Чтоб ты не смог восстановиться. Ну. Давай, побежали вперед. Еще чуть-чуть вперед. Продвигаемся. Давай, хаечек. Газуй, газуй. Да, там, где Пидобир по нам пострелял, так с меня жестко сняли рейтинг. То есть 17 рейтинга сняли. А мне еще чуть-чуть, я уже перейду в эксперт-лигу. Так, идем, идем вперед. Ох, шваркнуло. На сколько? На 40 тысяч. А, вот ты такой. Ракетный. Ну, получай. Так, дамажим, 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 дамажим. Все, сняли чувака. Есть еще кто-то у них? Появляйся, чтоб я тебе засандалил. Ракетами. Не хочет появляться? Или у него где-то другое место? Передумал. Все, победа за нами. Ну, неплохо повоевали. Еще чуть-чуть, в принципе, если бы я день уделил этому всему, то я уже перешел бы в эксперт-лигу. Но дело в том, что это, ну, никак меня не устраивает результат, в том плане, ну перейду в эксперт-лигу, и что будет? Так потихонечку продвигаюсь, видите, 3, плюс 13, там на эксперт-лигу надо 3200, то есть почти 250 набить, это без проблем. Видите, тут в топе поиграли, все отлично. Вот, это обычные игроки легендарной лиги 1, видите, ребята, так что тут, в принципе, нормально. Можно воевать, тут не нужны суперроботы какие-то, тут также не надо, скажем, какое-то супероружие. Тут у всех обычно все 10 уровня. Встречаются пидобиры, но редко. Здесь, конечно, мы возьмем кумихо и будем сейчас захватывать, чтобы немножко заработать золото. Вот уже кумихо один есть. И тут, блин, раз, быстренько, давай, я вперед пойду, захвачу вот это. Давай. Надеюсь, тут кумихо думался и пошел налево, чтобы мне не мешать. У него даже будет 2 точки, да, нормально. Так, у них тут, а кто? Это кто такой? Ясно, кто это у них такой. Это Рино. Рино, Рино, Рино. Ух, жестко мне всыпали. И здесь идет заряженный этот, смотрите. Заряженный Гриффин. Так, Рино кто-то уже пили, тут прыгнул с ими ракетами. Ох, как не вовремя мне звонит телефон. Ай. Так, все, ребята, объяснил, что сейчас занят. Говорю, перезвоню позже. О, вот-вот, смотрите, враг. Они думают, что я не активен, а я такой тихонечко щит снимаю. Ой-ой-ой, кто это мне так навалял? Ладно, сейчас мы тут тебя встретим. Привет, дружище. Давай, ты пришел нашу точку брать? Ого! Ого! Нифига себе, какой прокачанный чувак, вы посмотрите. Он просто на изи практически уничтожил моего Ланселота. 60 тысяч щита, и сколько у меня, 140, 90 тысяч, 150 тысяч снес. Ого, вот это был жестко заряженный парень. Тут я видел, некоторые Лео качают, там 10 уровня Лео, робот прокачанный. Наташка. Там 12. Я, конечно, не знаю, как люди рассчитывают с такими роботами играть где-то в более высокой лиге.
Да, если Лео будет прокачанный, он сможет нормально дать, но там уже совершенно другие роботы, там они быстрые. Там уже среднее оружие решает. Ну, не знаю. Тут все решает. Средний слот. И эти хаечки все. Ой-ой-ой, кто это так жестко жарит? Как так? Давай, сейчас мы Лео накажем. Да что это? А, я не могу понять. Вон сбоку бил по мне. Как так? Так, давай, тут у нас есть. Вот. Получай. Сейчас мы его разнесем. Вот-вот-вот-вот. Там этот стоит, смотрите. Там, получается, стоит... Ой, еще паук подполз. Там Лео стоял. Пока у меня щит еще держится. Ну, просто если они возьмут эту точку, у них уже роботы начнут респаунить. Да они вообще побеждают как-то. Я не знаю, вроде бы у нас и команда целая. Как жестко у них так победы идут. Там меня только что сзади разнесли. Я даже не понял, откуда меня, если честно, убивали. Давай, мы, давай, давай, вот что-то бежит. Давай, 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 сносим, сносим, ну. Точки берите, берите, ребятки, надо отсюда выходить, а то как-то в яме стою. Хаечи, ну не знаю, хаечи качать, там тратишь куча миллионов, я не знаю, там 14 лямов тратится, да? Вот до 10 уровня еще нормально, потом тратится 14 лямов и добавляется 800 здоровья. Ну что это, блин, 800 здоровья для хаечи, это вообще ни о чем. Эти деньги влить в что-то другое, в оружие какое-то. Давай сейчас это уничтожим. Вроде бы что-то на победу смахивает, смотрите. О. Все. Так. Вот еще можно место захватить. Давай, давай, чувак. Где он ходит, кружит. Он там взял точку. Но мы сливаемся. Реально сливаемся. Он еще с каким-то оружием ходит непонятным. Ох. Да ну да, Ланселот, конечно, с энергетическим, это жестко. Давай, 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 убьем, убьем, убьем его чуть-чуть. Все, ушел. Прячься, прячься, дружище, у меня уже все покоцанное. А у них хаечек там. Жесткий уровень, я не знаю, чего так. Какие роботы крутые попадаются тут сейчас. Вроде бы таких же крутых не было. А вот, давай, 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 давай его. И хаечий приперся, хочет добрать меня, видите? Давай, беги отсюда. Беги от них. Беги, беги, беги. А-а-а! Он сейчас всех перебьет. Так, что мы можем взять? Где мы можем взять? Вот это берем. Гриффина. Ну все, гад, получай. Прыжок и разносим хлам. Да, Вортекс добил. Красава. Но у нас... У нас есть... Смотрите, у нас все юниты... Точнее, вся команда у нас в сборе. У них всего лишь 3 человека, они победят. Победят потому, что наши, я не знаю, сидели на базе какого-то хрена, не хотели ничего захватывать. Вы видели, у нас только 3 человека было активно несколько минут назад. Короче, нейри жесткие. Я так и не понял, чем они занимались. Ну, давайте посмотрим, может я на них наговариваю, а сам фигни настрелял. Да нет, в топе, смотрите, в топе 600. Чем они занимались, я не могу понять, вообще не вдупляю. Смотрите, как, чувак, это легендарная Лига 1. Что ты здесь делал? Золотая Лига? Это чисто статус сливал, смотрите. Чисто зашел статус слить, видите, пидобир. Золотая Лига 1? Или как это? Это вообще возможно? Или я что-то не то смотрю? Стопэ. Как может быть Золотая Лига? Стопэ. Так. Ну, вот чувак. Набил 170. Да, Золотая Лига, смотрите. Как он? Это вообще возможно как-то? Что следующее у нас? Тоже золотая. Смотри, два чувака золотой лиги. Что они здесь сделали? Статус сливали. Такой черти, что у нас происходило. А у них? Такое ощущение, как будто клан зашел, и они нас подставляли. Или непонятно, в чем прикол. Эксперт. Смотрите, баланса вообще в игре нет. Эксперт, что делает эксперт Лика в нашей команде, смотрите. Такой вообще набор. В игре Warrobots вообще нету никакого баланса. Видите, понабирала кучу в один взвод. В одну команду. Это что делает? Тоже сливает? Смотрите профиль чувака. Золотая Лига 2. Офигеть. Тут до Золотой Лиги еще ого-го.
А, он отсюда, подожди, Золотая Лига, это вот ниже. То есть, получается, кого-то взяла с Эксперт Лиги к нам, кто-то Бриллианты, кто-то с Золотой Лиги, вы поняли? Золотая хуже, я перепутал с Легендарной, то есть там такая же картинка практически желтая. Ладно, давайте еще бой катанем, а то бои вообще не идут, хоть я и побеждаю, вроде бы неплохой дамаг делаю, но... Хотелось бы как-то, ну не знаю, как-то по-другому все сыграть. Ладно, берем Кумиху, а сейчас куда-то побежим. Куда бежим? Наверх, а потом бежим вниз, да? А потом можно через туннель будет в центр пробраться. Давай Кумиху, раз, два. Кумиху неплохой робот, но его прокачивать все равно в финале, скажем, в более серьезных боях он бесполезен такой. ХП мало, никакой защиты нету, ни физической. Ни энергетического щита, ничего нет. Вот он там Кумиху с чем? С таранами, да? Давай мы сейчас Кумиху вылетаем и даю зал. А, это Рино даже идет. Ого, уходим. Рино что-то пострелял, пусть он выходит. Раз. Получай. Ох, он тоже по мне дал залп. Но один на один, видите... Я его коцаю, но в то же время не сильно и хороший результат. Ого! Что это было? Это что-то сдалека энергетическое, смотрите, оружие. Ладно, сейчас я вас прижму ланцелотом. Так. Не туда. О! Огонь. Давай, 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 руби. Вот побежал электрический, смотри, электрочайник. Под щитом прячется. Так, я бы вот этого, конечно, попытался снять. Ну все, этот в ловушке. Куда бы он ни пошел, мы сейчас его уничтожим. Давай, давай, давай. Я думаю, сейчас будет у нас замечательный результат и показатель в этом бою. Чувак все сразу сливается и берет то ли другого робота он взял. Он понимает, что команда не тащит, ему надо что-то делать, да? Ого. Давай, давай. А он еще энергетического взял одному. Давай, мы его сейчас разнесем. А он нам практически никакого урона не нанес, при том, что выстрелил полный залп, вы видели? Да, Ланселот хорош. Так, вот это что за чудовище идет? Надо как бы добрать. Давай, давай, бьем, бьем, бьем. Да, лево. Давай, лево. Ого, хорошо, наносит нам-то урона, смотри. Мне кажется, люди у них уже сдаются. Так. Давай. Сейчас будет дамага. Ну, не знаю, миллиона вряд ли будет. Но хочется миллиончик сделать сейчас. Кстати, у меня есть миллион дамага на втором моем канале, Оаджи. Там есть запись под музычку, но без этого. То есть без озвучки. Можете посмотреть, я там в пустыне 1 059 000 сделал. Можете посмотреть, как это было. Это чисто на память. Ну, сверху на него прыгаю. Привет, дружище. Так, мне надо подзарядиться. Ну, сейчас посмотрим, зря я сюда прыгнул или не зря. О, надо вперед идти. Вперед надо, потому что того никто не сможет убить. Только я смогу его разнести в пух и прах. Давай. Давай, паучок. Давай, паучок. Зря ты взял. Оп, там еще кто-то помогает. Но он заряженный, смотри, его просто так не убить. Ого-го. Ну, 3 секунды его разнесу. Давай. Ох, прям пошел в атаку. Я уже просто обнаглел. Я чисто наглый черт. Воблер наглый черт. Ну, видите, недаром я. Бил. Можно было вообще в наглую полезть. Роботов было много. Давай глянем, что у нас тут. Что мы дали. Плюс 14. 600. Вот смотрите, зачем быть педобиром? Вот реально, зачем быть педобиром, если ты все равно можешь зарабатывать... Грубо говоря, золото. Если ты нормально воюешь, ты зарабатываешь и все. Тут ничего такого и нет. И что я сделал? Я прошел на двух роботах всего лишь. Это был Кумихо и Ланселот. Все. Вот уже. Смотрите. И результат. И остальные тоже неплохо заработали. Что же, ребята, это была игра War Robots. Такие вот у меня роботы. Какие есть у вас? Пишите в комментариях. Пишите, где сейчас играете вы и педобирите ли вы здесь в игре. С вами был Воблер. Скоро увидимся. Удачи, пока.